Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Zombie Chess. Ну что ж, стартуем. Это, ребята, я так понимаю, что-то типа растения против зомби. Наверняка что-то ближе к этому, игрулька. Так, кликни на карту. Кликаю. И что? Первый уровень. Поехали. Так, уровень сложности нормал. Короче, ребята, полицейский против зомби. Поехали. Посмотрим, ребят. Так. Кликни, чтобы создать. Ага. Можно ставить на любую, да? А, сюда нужно? Хорошо. Поставили. Новая цель. Ну, и что? Ну вот. Мой полицейский бомбит по нему. Блин, правда, слабенько как-то получается у него. Эй-эй-эй-эй-эй, давай-давай-давай. Отлично. Добил. Ёлки-палки, я могу. А, ребята, у меня вот потихоньку копятся монетки. Он стоит 40 голды. Так, давай-давай-давай. Еще одного еще вот сюда поставим. Да, ребята, это что-то типа зомби против растений. Так, я могу что, пропать его или что? Смотрите, ребята, видите, какая-то стрелочка показывает вверх. Ну что же, первая победа довольно легко. Если сравнивать, ребята, сват против зомби, то мне кажется, что это, ну, просто блаженство, а не игра. Так, второй уровень. Нам дали какие-то мины. Ага. Слушай, ну это вот точно вот уже что-то похожее на... Что это такое? Кликни сюда. А зачем? Я не собирался такого делать. Взял мне, уничтожил. Я понял, ребята, если нам кого-то нужно убрать, вот кликаешь сюда и этого юнита убираешь с поля боя. Но мне это не нужно было. Могли бы и просто так рассказать. Так, хорошо, ребята, мы с вами отстаиваем. Тут можно как-то ускориться? Скорее всего, можно. Ага, двойное ускорение ты можешь купить за 3 доллара. Спасибо большое. Перебьемся тогда. Ну... Отбили. Так, монетки зарабатываем. Естественно, выставляем еще полицейских. Слушайте, ну тут довольно такая большая внизу графа, поэтому сюда можно много поставить полицейских всяких видов. Слушай, ну вот это же, по-моему, все-таки, ребята... Ага, вот, надо кликать не на стрелочку, а на самого полицейского. Ребята, 80 монет нужно для того, чтобы его прапать. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как это все будет выглядеть, но зомбари на меня идут без устали. Я так понимаю, это еще самые начальные зомбики. Самые простые, рядовые, можно так сказать даже, да? Хорошо, мы их, бомбим. Так, 49 монеточек у меня уже есть. А, это последняя волна, ребят. Я не смогу посмотреть все-таки наше улучшение. А хотелось бы. Честно говоря, я хотел посмотреть, что нам дает вот это вот то самое улучшение. Ух ты, второй уровень. Они прокачиваются. О, мы с вами открыли... Грубо говоря, щитоносец. Но это тоже, ребята, был такой чувачок в игре «Зомби против сват». Так, в меню мы выходим. Так, можете улучшить, говорят, своего юнита. Ага, тут тоже, смотрите, дамаг, здоровье, скорость атаки, ранг и крит. Ну, давай дамаг повысим. Ёлки-палки, ну если так вот все будет, то это, конечно, будет офигенно круто. Это, получается, каждого юнита можно прокачивать, каждого. А их здесь будет, говорят, очень и очень много. Так, выполнили вы какой-то квест, поэтому заберите, говорит, награду. 2 гема и 40 звездочек. Хорошо, спасибо большое. Так, улучши свои скиллы. У меня еще скиллы, да? Это вот мины. Потом еще это на 7 уровне откроется что-то. И на 15 третья ячейка откроется. Ладно, давай улучшим. То есть улучшение скиллов происходит у нас, ребята, за гемы. Стоит это учесть. Так, это что такое у нас? Да что ж вы опять-то со своим донатом везде лезете, а? А что такое лаборатория? А, все, я понял. Лаборатория это, ребята... Те зомби, которые у нас встречались в игре, или которых мы могли с вами победить, они будут вот здесь вот якобы на испытании, да? Мы их типа изучаем. Ну что же, поехали, у нас третий уровень.
прибавляется какой-то новый вид зомби, ребята. Хм. Так, спасти ассистента какого-то. Ладно, я попытаюсь. Так, давай вот так вот сделаем. И будем вот здесь вот стоять. Блин, надо было мне вот сюда вот ставить. Зачем я... Ну я на всякий случай, ребят. Так, успеем расстрелять или нет? По идее, должны успеть. Я заодно посмотрю, что делает у нас щитоносец. Так, ну, мы видим, атака не такая уж сильная. Но довольно неплохо сдерживает, да, врага. Защитить этого ханорика. Что ты здесь делаешь-то посреди улицы? Явился, не запылился. Так, чтобы его улучшить, нужно, ребята, 100 монет. По-моему, он сейчас нас, ребят, нахламбучит. Вот этот зомбика. Надо помогать. Надо помогать. Без помощи он вообще никчемный. Если так взять, по большому счету. Ох ты! Ты смотри, этот парень шутить не любит. С бензопилой на нас идет. Новый враг. Да я уже понял, что это... зомби с пилой, понятно. И он довольно крепенький. Ты посмотри. Он довольно крепенький, даже очень крепенький. Сейчас он располосует. О-оу, о-оу. Слушай, 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 родной, давай, 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 давай. Мне бы денег. Я боюсь, что он сейчас пробьет его и доберется до вот этого вот ассистента. Какого-то, я не знаю, кто это такой, ребята. С лаборатории сбежал чудик. Фух. Выжили. Мы здесь выжили. Вот такие, ребята, здесь порой бывают еще, оказывается, миссии. Не просто там отстреливаться, а еще и кого-то надо спасти. Так, ты можешь получить бесплатный реворд за видос. Хорошо. А знаете, ребята, что самое плохое? Что у меня почему-то не показывают видосики. Я нажимаю, но там ничего не происходит. Нет ни отсчета времени, ни видосика ни самого не показывают. Не знаю, может быть, мой... глюк-лак какой-то. Так, у нас вот он, профессор, да? Он изучает этих зомбарей. Кстати, мы его и спасали. Так, у нас задание какое-то очередное. Получили еще 3 гема, 60 звездочек. Так, смотрите-ка, здесь осталось нам чуть-чуть. Мы тоже получим с вами гемы. А тут звездочки, да? Так, ладно, хорошо. Поехали, наверное, сразу на очередное задание. Тут, наверное, надо, конечно, проходить все на 3 звезды. Но, ребята, у нас первая серия, поэтому будем так пока. Уровень 4. Сложность нормал, как всегда. Но здесь... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну давай сюда поставим его. Я могу сюда и мину еще влепить. Я про нее и забыл, на самом деле. Так, что у меня там? Есть контакт. Давай. Фи! Ему это вообще, ребят, ну как щекотка, елки-палки. Ты понял? Так, дай сюда монетку. О, пошел расколбашивать. Ребята, а у нас, смотрите-ка, еще какая-то вторая полосочка внизу. А что она может означать? Видите, вот у него есть здоровье. И еще внизу. Хм, не было такого уже раньше, по-моему, да? Вот. А, это, наверное, скорее всего, опыт. Если она набирается полностью, он повышает себе уровень. Мне кажется, так это должно работать. Ладно, мы убедимся в этом. Сейчас посмотрим. Так, пока неплохо мы стоим. Я, наверное, вот сюда еще минку влеплю. Сюда надо еще одного, ребят, полицейского влепить. Так, опять идет ханорик с бензопилой. Мину сюда, срочно мину. Отлично. Давай-давай, ребятули, подбивайте. Сори, ребятулечки, как всегда, меня отвлекли. Ну, ничего страшного. Так, или же, ребята, это означает то, что мы сможем его прапать, когда вот там у него полосочка нижняя накапливается. Давай проверим. Воу, ты понял? Был такой, стал вот такой уже. Это тебе не хухры-мухры. Чего? Он уже вон как стреляет. Слушай, ну это круто, ребят, на самом деле. Мне нравится, что вот такие вот есть улучшения. Это что-то, знаешь, напоминает мне сразу игру из защиты, ну, например, башенок, да? Когда на тебя идут куча зомбарей, а ты постоянно свое здание улучшаешь. Тут вместо зданий вот только такие вот солдатики. Так, тихо. Давай-давай нахлобучиваем.
Только не подбейте его, а сейчас подобьют, наверное, ребят. Нет, не успели. А мы прошли, тем не менее. 3 звезды, ну неужели? 5 гемов, все дела. Отлично, так, что нам? Выйдем в меню, да, наверное, посмотрим, ребят. Может быть, смотрите, выполнили определенный квест. Поэтому забираем еще 3 гема, 50 звездочек. А звездочки, по ходу дела, это, ребята, опыт, наверное. Могу ошибаться. Так, ну что? Еще квест? Подожди, я не все забрал, по ходу дела, ребят. Ага, вот еще где. Ну, такими темпами, ребят, мы быстренько с вами раскачаемся, согласитесь. Ну что же, погнали тогда далее. 5 уровень. Так, ну те же самые зомби. Поздравляем, ты получил 1 гем. Угу, спасибо большое. Это, ребят, за то, что я посмотрел рекламу, которую они вставили ни с того ни с сего. Так, давай-ка мы, наверное, возьмем среднюю дистанцию, да? Так, быстрее, 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 потому что они ползут уже. Они уже ползут, ханорики эти. Слушай, мне кажется, что дальше не все так будет легко и просто. Вот я серьезно, вот чувствую просто. Так, идет ханорик у нас, да, с бензопилой, поэтому, наверное, нам надо будет сюда взять и поставить чувачка с щитом. Вот так, пускай стоит здесь, прикрывает. Если бы у него еще была бы дубинка такая, знаете, шоковая, чтобы он мог его звездануть, и тот в шоке пребывал бы. Давай, давай, давай. Ну что ты? Ну, бомбит его нормально, ты даже не касаешься его. Ладно, ребята, шутки в сторону. Пора тут все к чертовой бабушке заминировать. Заминировал тоже мне. Так, денежка идет. Приток денег идет. Так, вот это мне не нравится. Давай-ка мы сделаем, наверное, вот, так, вот такой вот ход. И мину сюда еще, в придачу. Что-то стало больше идти, ребят, с пилами. Вы заметили? Я вот лично заметил. Мину, наверное, тоже можно будет как-то прокачивать. А, за гемы, да, по-моему? Точно. Мы можем даже, ребята, критовать здесь. Да, точно, у нас же параметры там изучаются, да? Крит урон можем повысить. Так, тихо, вот это мне не нравится, ребят. Вот это очень мне не нравится. Что тут происходит? Смотри, он сейчас разрубит чувачка. Ай-яй-яй-яй, не видать нам с вами 3 звездочек, как своих ушей. Вот что я могу вам сказать. Все-таки лучше ставить 2 стрелков, чем стрелка и, например, того же самого щитоносца, да? Гварда, или как его там величать. Смотрите, намного лучше расстреливаем. А если его еще, например, и прокачать по уровню, так это вообще будет имба. Проще вот так вот бомбочку влепить сюда. Но в ближнем бою, да, он, конечно, наносит урон колоссальный. Так, тихо, мне вот это не нравится. Тут аж 3 идет, смотри. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. По-моему, ребят, начинается жара. Серьезно, говорю, уже жара начинается. Не все так просто, блин. А начиналось все так безмятежно. Ну... Да, вот так вот. Черт подери. 1 звезду всего лишь дали. 4 уровень. Опа, новый, ребята, юнит у нас открылся. И это какой-то, я не знаю, ребята, автоматчик, по ходу дела. Ну, он прикольно выглядит, да? У него лазерный прицел, все дела. Не буду я ничего пока делать. Давай-ка мне в меню, пожалуйста. Да, ребята, новый юнит. Выполненный квест. Давайте заберем ревард. Отлично, спасибо, спасибо. Даже здесь... О, шикандосик. Так, а теперь бы мне, знаете, что хотелось бы посмотреть. Где у нас, вот здесь, да, улучшение идет, по-моему. Да, у нас с вами 35 гемов. Не хватает, чуть-чуть не хватает, а. Ладно, посмотрим, как это будет себя проявлять в деле. Кто ты такой, а, парень? А, звездочки-то вот нам для чего нужны, ребята. Не для уровня, как я думал. Вот они, звездочки-то нужны. Давай попробуем. Так, слушай. У нас основные-то вот эти идут, да? Дамаг мы повысили ему в тот раз. Автоатака, давай улучшим. И, наверное, здоровье. Вот так вот. И крит. Да, чтобы он критовал получше. Ну что, проверим, ребята, этих чудиков в деле. 6 уровень. Ох ты, ох ты. Вот это что-то новенькое, ребята. Какой-то зомби
полузомби, полукиборг, скелет, непонятно кто такой, будет опять спасать этого чудика. Опять спасать этого хламона. Это кто такой? Вот он, ребята, он идет с топором. Он идет с топором, но он не шутит. Ну-ка, посмотрим, ребят, хотя бы, как он работает. Я что-то не могу понять, что он делает-то. Он стреляет, да. Но почему-то мне показалось, что он как-то медленно стреляет. Слушай, ну вот этот, смотрите, все-таки скорость-то у него атаки повысилась. Я даже чувствую. Прям здесь сижу и чувствую, как он буянит. Не на шутку. Так, ребята, мне нужно срочно. Блин, срочно вот так делать. А-а-а, ты посмотри, что происходит. Они меня сейчас тут за... Они меня сейчас завалят здесь. Срочно, срочно, деньги нужны. Срочно деньги нужны, ребят. Черт, тут их два. Фух, отбился. Мне повезло, так, ладно. Все-таки немножко не понял я вот этого вот чувачка, если честно. Не совсем догнал. Стреляет, но урон-то у него, по-моему, не такой уж и высокий. Но вот эти вот ребята, да, скорострельно с ним повысил. Чуть-чуть буквально, да, один уровень. И уже видно, как он бомбит. Так, а вот это что за ханорик? Что он делает? Он с топором? Ну, он такой ватненький. Надеюсь, он таким и останется. Давай-ка я вот сюда его поставлю, посмотрим. Слушай, он стреляет. Да, у него офигенный урон. Вот что я могу сказать. А если его еще и подкачать, он будет вообще, наверное, имба. Так, вот здесь опасно, ребята. Здесь опасно, здесь надо было, блин. Взорвись, отлично, молодцы. Давай-ка я еще сюда одного стрелка, ребят, поставлю. А где зарабатывать приличное количество денег, чтобы я мог хотя бы их проапать как-то? Без проапки здесь мне будет туго, если честно. Очень туго. Смотри, 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 подходит, подходит. Тыч, готовченко. Так, дай-ка я... Нет, я не буду его сюда ставить. Да что ты прешь-то? Давай вот так вот попробуем, ребят, поставить сюда. Чтобы он прикрывал нас. Вот, пошли деньги, ребята, пошли деньги. И теперь я могу, наверное, вот этого надо прапать. Опа, такой сразу круче стал. Идут охламоны. Ну давай, 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 подходи, подходи. Сейчас тебя быстренько тут свинцом наугощают. Ну... Вот так вот, две монетки он дает нам. Эти одну. Так, этот все прет. Дай-ка я сюда вот бомбочку брошу. Бомбочку, ребята, если бросаешь, да, он находится на этой ячейке, она взрывается автоматически сразу же. А дай-ка я вот этого прокачаю, посмотрю. Во! Хо-хо-хо! Ты понял, что он делает? Вот так-то. Парень-то не любит шутить. А, 80 нужно для прокачки. 80. Давай-давай-давай-давай, парень, прокачивайся. Е! Yeah. Отбились? Нет, еще один остался тут, ханорик. Опять не видать нам три звезды, ребята. Ну что ты будешь делать? Хоть одного, но потеряем. Блин, вообще одна звезда. Ну, е! Yeah. Второй уровень он получает. Так, мы открыли новый скилл. Это, по ходу дела, знаете, на что? Похоже, на заморозку. Мы можем замораживать врагов. Я могу, конечно, и ошибаться. Но, скорее всего, так оно и есть. Так, прокачал. Немножечко, да? Так, мы выполнили опять какое-то с вами задание. И... А где? Я не вижу. Вот. Вот, отлично, шикарно. Ну что ж, давайте, наверное, немножечко их прокачаем. Подожди, зачем я опять в скиллы залез? Мне не скиллы нужны, а... Блин, как их прокачивать? Как их прокачивать? А, вот, 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 ребята. Так, ну что, вот эти у нас основные, да, ребята? Поэтому... Скорость атаки, я думаю, еще повысить. Вот это будет вообще оптимал. Они будут без остановки просто бомбашить. Снос башки, как говорится, делать. Ну что, поехали. Да мне плевать, кто здесь. Блин, теперь после каждой рекламы мне будут давать один гем. Хотя, ребята, реклама сама вылетает. Я ее не прошу, чтобы они ставили мне так. Начинается простенькие зомбари. Вот тут уже нифига не простенькие. Давай попробуем так сделать и вот так. Слушай, ну смотри, опять же уровень прокачал, да? Как они стали быстрее стрелять. Классно, мне нравится. Вот эта система мне нравится. Так, погоди, этого-то... Ну-ка. А почему ничего не происходит, ребят? Я нажал на этот скилл, но я ничего не вижу, чтобы что-то сделалось.
Ой-ой-ой-ой, ты смотри. Ой, смотри, 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 что происходит, ребята. Мне срочно нужно сюда кого-то влепить. Блин, этот с пилой тут... Зачем он тут нужен нам? Ну-ка, дай-ка вот так вот. А? А, вот как. Ребята, надо было наводить, оказывается. Берешь, наводишь, и тогда он замораживается. А если ты просто нажмешь, то это впустую, ты потратишь свой, как говорится, скилл. Слушай, и отлично довольно замораживает. Ну-ка, давай-ка еще протестим. А-ха-ха-ха, ты понял? Этого парня, оказывается, заморозить нельзя. Нормуль. Нормуль, меня обманули, ребята. Значит, вот этих замораживать можно, а который... Вот этот вот железный чувак, его заморозить нельзя. Ну-ка, давай проверим, например. Видишь, эти замораживаются, а этот нет. Почему такая привилегия ему, а? Не знаю, ребята. Ну вот нельзя, и все, и хоть и тресни. Так, у нас с вами достаточно монет, поэтому я буду апаться. О, отлично. Блин, он же не замораживается. Так, вот они, ребята, денежки-то идут. Рекой где? Дай-ка вот сюда поставлю чувачка. Ух ты, волна-то какая уже нешуточная идет, смотри. Ой-ой-ой-ой. Тут уже серьезно нешуточная волна. Так-так-так-так-так, бомбим-бомбим-бомбим. Мне бы тебя прапать, парень. 120 монет нужно. Сейчас насобираем тебе деньги для прапывания. О, и заморозку. Отличненько, так. И не трогай его. А, мы еще апаем его, когда у него, ребята, восстанавливается полностью здоровье. Слушай, это хорошо. Это очень хорошо. Давай-ка вот этого апнем. Вообще замечательно. Слушай, ну неплохая вроде игра, да, ребят, с виду. Вы уж пишите мне в комментариях, как она, зашла, не зашла. Будем играть, не будем. Так, нормуль. Так, я вот этого еще... не хватает, не хватает, не хватает. Шикарно. Я успел. Упс, 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 упс. Сейчас можем потерять, ребята, потеряем, наверное, сейчас. Давай, 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 стреляем, стреляем, стреляем. Я выжил чудом, просто каким-то выжил, ребят. Ну-ка, апнуть можем? Можем. Фух. Так, ты какого лешего тут делаешь, а? Слушай, по-моему, никого не потеряли. Блин, а почему две звезды? Может быть, слишком долго с ними тут тютюкался, а? Не знаю, ребят. Но в любом случае, прикольно. Так, что у нас тут выполнено? О! Неплохо. Совсем неплохо. И вот тут вот. По-моему, все, да? Да, ребят. Слушай, у нас с вами 887 очков. То есть я могу прапаться. Здоровье, здоровье, здоровье. Давай, здоровье повысим. И скорость атаки, да, у нас слишком медленная у него. Так, здесь дамаг, нет. Да, правильно у него, ребят, дамаг 11. А что я от него хотел? С таким дамагом ему, конечно, здесь ничего не светит. Вот что такое рейндж? Это меткость или что? Не знаю, ребят. Ну что, давайте, наверное, еще один боечек сыграем с вами, да? И будем закругляться. Так, ничего новенького нам не прибавили. Никакого нового зомби не добавили. Будем выживать. Так, идет, идет хламон. Так, сверху тоже там, ребята, ползет архаровец. Хотел сказать, да и заморожен, он же не замораживается. Ага. Он... Так, и с пилой тут еще валит к нам. Дай-ка я вот так, ребята, сделаю. Так будет оптимальнее, я думаю, да? Да, мы его завалим сейчас. Хитрее, не фени. Так, что нам здесь? Наверное, сделаем вот так. И еще, наверное, одного вот сюда надо поставить. Полицейского, да. Вот так вот сделаем. Потому что, я думаю, сейчас будет все больше и больше вражин. И они будут все сильнее и сильнее. Так, давай, 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 бомби. Отлично.
За них очень много монет дается. Вот это мне нравится, ребят. По две монетки. Это прикольно. Так, апнем, наверное, мы с вами. Ну. Вот так вот. Оптимально. А для нас это самый оптимал. Ползут, ползут, да? Так, следующая волна там на изготовке. Я даже не знаю. Блин, что делать? 80 монет. Могу прапаться. Подожди, вот этого мне надо прапать, да. Отлично. Ага. Слушай, а вот это вот плохо. Давай, наверное, вот сюда еще поставим. Как говорится, на подкрепление. Пока есть такая возможность у нас, да? И вот сюда. Нам нужно вот этого прапать. Он довольно неплохо, ребята, бомбит весь ряд своим лучом лазерным. Он стоит, конечно, 120 монет. Улучшение его. 120 монет. Ну, отлично. 102 монеты, этого мало еще пока. Сейчас, 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 если накопим, то прапаем обязательно. Что-то, по-моему, такое ощущение, что у них как-то то ли скорость лучше становится, то ли они быстрее идут. Вам не кажется, нет? Слушай, интересно, а у них будет еще форма третья, например? Третья форма апгрейда или нет? Я думаю, что будет. Опс, отличненько. Слушай, я могу вот так вот даже прапать. Ух. Смотрите, внизу отряд прапанных чуваков. Этот бомбит, замечательно. Причем бомбит-то намного быстрее, чем до этого стрелял. Шикарно. Так, я его прапаю. Ядрить тебе на какой-то, посмотри. Парни успокоились. Волна за... Блин. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты понял? Тут уже не шуточки вам, далеко не шуточки. Да ну, успокойся ты. Блин, мне приходится вот так вот делать. Я другого варианта не вижу. Если мы хотим выжить, нам придется вот так вот подставлять, грубо говоря, этого щитоносца, да? Гварда. Две звезды. Это потому что, ребят, мы с вами одного потеряли. О, чувак с дробашом. Эй. Да, это, ребята, знаете, такой, знаете, будет, если его ставить за щит, то он будет массовый дамаг наносить. По идее, должно быть так. Ну что, дорогие мои друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам игра понравилась. Пишите в комментариях, мне будет приятно узнать ваше мнение. Ну а с вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.